Привет, друзья! Вы вновь на канале «Будни инвалида». Меня зовут Алексей. Ну, сегодня решил вам показать, что происходит у нас в Чите по поводу пожарной обстановки. Вчера, вот буквально вечером, очень сильно заволокло дымом. Сейчас вот поедем, я буду показывать. Не знаю, как камера передаст в полной мере то, что сейчас происходит в Чите. Ну, на самом деле, дышать вот даже нечем. Очень тяжело астматикам. Тушат, но все бесполезно, потому что еще ветер и как бы разгоняет пожары. Вчера по новостям слышал, что отправили самолеты для тушения, но сейчас вот на данный момент обстановка очень сложная в Чите, поскольку леса горят, леса, степи горят. В общем, поедем потихонечку, я вам покажу все. Если вам будет видно, конечно. Ну, я думаю, будет видно. Так, поехали. Вот если видите, горизонт, да, все заволокло дымом. Видите, все белое. Обстановка, конечно. Но вот сейчас вот тут интересно. Вроде самоизоляция. Народ посидит по домам. Почему же такая обстановка? Да, кто поджег леса опять? Опять люди, которые дома сидят в самоизоляции. Понятно, что виноват человек. Вот видите, горизонт весь в дыму. Вам сейчас будет хорошо видно, мне кажется. Это мы сейчас находимся, получается, в Песчанке. Самый ближайший пригород Читы. Сейчас будем въезжать в город Чита. Ну, тут рядышком совершенно все близко. Просто хочется вам показать от первого лица, как это действительно все происходит сейчас в Чите. По телевизору показывают, но очень мало. Ну как, показывают, говорят, да, об этом. С заказами сегодня, конечно, плоховато что-то. С утра, с 8 утра сделал всего 3 заявки. Вот здесь мы с вами были, поворачивали вот как раз вот на этом олене. На символе Забайкалья Читы. Вот сейчас, мне кажется, хорошо будет видно. Как на самом деле все серьезно в Чите. Вот видите, солнце белого не видно. Солнце, понятно, что оно было вот с утра, немножко его проглядывало. Но сейчас даже вообще его не видно. Вот эта дорога у нас, подъезд к Чите. Подъезжаем уже.
Песчанке, проехали Антипиху. Сейчас вот едем, подъезжаем к Чите. И вот когда в Сосновом Бору вот будем спускаться, будет хорошо видно, как затянут город. Кто страдает заболеваниями астма, дыхательные пути, вот очень сейчас страдают. И вот на самом деле вот такая ситуация каждый год. Я не помню, чтобы не было у нас пожаров весной и осенью. Вот непосредственный въезд в Читу. Вот такие у нас покатушки сегодня, но немножко повод не из радостных, но все-таки я же вам показываю все, что как есть. Вот смотрите, мы въезжаем, район называется Сосновый Бор, и вот ничего не видно вообще. Все, весь город в дыму просто. Репортаж от первого лица. Он вот Сосновый Бор. Кстати, как раз вот сейчас в Сосновом Бору заедем в одно место. Это место дорого моему родному человеку. Она сейчас посмотрит. Это сестренка моя. Она здесь жила. Она выросла здесь. И сейчас вот прокачу по ее. По ее местам былой славы, как говорится. Вот она улица. Улица Гагарина. У меня даже две сестренки здесь в этом районе жили. И одна, и вторая посмотрит обязательно, я думаю. Вот Гагарина 7. А сейчас мы передвинемся. Вот этот конечный автобус, троллейбуса тройки. Так, она здесь и есть. Здесь вот такой торговый центр отстроили. Мне вот всегда нравилось приезжать в гости к девчонкам, потому что там вот дальше Сосновый Бор, этот район так и называется, Сосновый Бор. И вот раньше там идешь, прямо гуляешь по лесу, так здорово. Вот здесь мы пешком ходили, на велосипедах гоняли, когда маленькие были. Так, Алена, специально для тебя. Посмотришь, порадуешься. Здесь вот Алена смотрит, вот все понастроили, новые дома. Здесь, конечно, уже не узнать. Раньше вот этого дома тоже не было. И вот этот украинский бульвар родной. Вот здесь мы на скейте катались с братом. А вот здесь, сестренка, сейчас будет твой дом. Ну, кроме сестренки, еще есть братишка, тоже здесь вырос. Тоже посмотрит, порадуется. Я, наверное, вот так вот даже остановлюсь. Седьмой же дом, правильно, если я не ошибаюсь? Кажется, седьмой, да. Да, вот он. Седьмой дом.
Но, как всегда, стены разрисованы. У Алены ностальгия по-любому будет. Вон твой балкон. Видишь балкон? Это специально для тебя. Так. Ну вот даже отсюда, смотрите, как хорошо видно, что Чита вся в дыму. Вся совершенно. Вот отсюда хорошо видно вот Титовскую сопку, сейчас ее не видно, потому что все в дыму. На самом деле это очень печально. В общем, вот такой вот у нас сегодня блог, влог. Немножко грустный. Ну и с долей радости, потому что сестра посмотрит на свой родной дом, порадуется. И брат порадуется, тоже уверен. Они сейчас далеко. Но, по крайней мере, так побывает дома. Ну, в общем, на этом буду заканчивать. Вы меня сильно не ругайте, что я за рулем снимал, поскольку... Ну, хотел вам показать в движении. Я аккуратно, я, то есть, следил за дорогой, я в телефон практически не смотрел. Так что сильно на меня не ругайтесь. Ну, как бы вот так. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Я вас всех крепко обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.